приветствует супермаркет Семян, и перед вами упаковка томатов для промышленной переработки из свежего рынка томат Лиона от французской компании Клос. На упаковке вы видите следующие данные. Название компании-производителя, название культуры, которая упакована в данную упаковку, название гибрида, количество семян в данной упаковке, номер партии и также дата использовать до. Обратите внимание, семена обработаны тирамом, так что лучше при вскрытии использовать перчатки. На обратной стороне у нас фотография томата. Также на упаковке вы можете не найти фотографию гибрида, но это не будет, но это не значит, что это не оригинальная упаковка, потому как упаковки бывают как с фотографией, так и без фотографий. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.